Здравствуйте, на государственном телеканале «Западная Армения» очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Как жили люди 5000 лет назад в Чатырбулу в Западной Армении? Президент Республики Армения обсудил с послом США текущую повестку дня двухсторонних отношений. Пора Соединенным Штатам назвать систематические убийства армян в 1915-23 годах геноцидом, сообщает Newsweek. Ушел из жизни благотворитель Грай Рованян. Эрдоган – диктатор, ухудшение в отношениях Италия-Турция. Армянская делегация поднимет вопросы армянских военнопленных и вандализма на заседании ПАСЕ. В армянской церкви Макараванг на Северном Кипре состоялось развлекательное мероприятие. Профессор университета штата Нью-Йорк Шэрон Стидман опубликовала статью в журнале Archaeological Science. В статье исследуется информация о выживании людей, живущих в регионах, граничащих с Западной Арменией, и показано, как они адаптировали свое сельское хозяйство к засухе. Исследование проводилось в Чадырбулу, уникальном месте в Западной Армении, которое на протяжении тысячелетий было постоянным домом человечества. Исследования показывают, как люди, живущие в Чадырбулу более 5000 лет назад, адаптировались к меняющимся условиям. Люди, будучи талантливыми существами, смогли выжить в прошлом перед лицом таких проблем, как изменение климата. Это исследование теперь дает представление о том, как люди, жившие здесь более 5000 лет назад, смогли адаптироваться к меняющимся условиям. Президент Республики Армения Армен Сарксян встретился с чрезвычайным уполномоченным послом Соединенных Штатов Америки в Армении Лин Трейси. Об этом Арменпресс сообщили в отделе по связям с общественностью аппарата президента Республики Армения. В ходе встречи была затронута актуальная повестка двусторонних отношений. Они также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам. История имеет значение. Пора Соединенным Штатам назвать геноцидом систематические убийства армян 15-23 годов 20 века. Это подтверждают исторические факты, и это подтвердит приверженность Соединенных Штатов тем, кто страдает от массовых злодеяний. 24 апреля, День памяти жертв геноцида против армян, предоставляет президенту Джо Байдену подходящий момент, чтобы установить исторический рекорд. Об этом пишет бывший специальный советник Госдепа США по религиозным меньшинствам Нокс Темс в своей статье на Newsweek. Османская империя, которая базировалась на территории современной Турции, реализовала массовую кампанию убийств армян, а также ассирийцев и греков, начиная с 24 апреля 1915 года и продолжавшуюся 8 лет. По оценкам историков, погибло 1,5 миллиона армян. Это не было секретом. Только в 1915 году Нью-Йорк Таймс написала 145 статей о массовых убийствах. Полная версия статей доступна на нашем официальном сайте. Грай Рованян, американский бизнесмен армянского происхождения, меценат и член попечительского совета Всеармянского фонда Аястан, скончался на 91-м году жизни. Как сообщает Арменпресс, по случаю смерти Грай Рованяна, бывший председатель Конституционного суда Гаги Карутюнян написал некролог, отметив, что без самоотверженного участия Грай Рованяна не состоялся бы Всеармянский фонд Аястан. Было бы сложно добиться успеха в Арцахской героической войне 90-х годов, что в итоге стало исторической реальностью. У Армении не было бы гарантий безопасности, предоставленных в течение 25-30 лет. Армянская ассамблея США, которая играла и продолжает играть значительную роль в защите интересов Армении и Арцаха, не сумела бы сыграть такой роли. Не были бы реализованы десятки программ, касающихся зоны бедствия, трассы Гори-Степанакерт, развития Арцаха, решения других вопросов будущего и жизненных потребностей армянского поколения. Итальянский премьер Марио Драги высказался по поводу протокольного скандала, который произошел в Анкаре, и который был связан с тем, что для председателя Еврокомиссии фон дер Ляйен не оказалось кресла рядом с Эрдоганом, и она была вынуждена провести беседу, присев на диван, сообщает Евроньюз. На мой взгляд, поведение турецких официальных лиц было неприемлемым. Я очень сочувствую тому, что пришлось выдержать председателю фон дер Ляйен из-за турецкого диктатора, говорится в заявлении премьер-министра Италии. На предстоящей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая состоится 19 апреля, основной задачей членов армянской делегации депутатов Национального собрания Республики Армения будет поднять вопрос о незаконно задержанных армянских военнопленных в Азербайджане во всех возможных проявлениях. В беседе с Арменпресс члены армянской делегации подробно рассказали о предстоящей работе на предстоящем заседании. Очевидно, что вопросом номер один будет по-прежнему вопрос о заключенных в различных возможных аспектах в рамках пленарного заседания, в рамках заседаний комиссии и в политических группах. Одна из возможных проблем – посягательство Азербайджана на армянское культурное наследие, что не ново и является продолжением очень четкой политики. «Этот вопрос находится в центре нашего внимания», – сказал Тати Кайрапетян, член фракции «Мой шаг». Духовные лидеры Кипра осудили проведение музыкального мероприятия в стиле техно в армянской церкви Макараванг на Северном Кипре. Как сообщает 1lurer.am, информацию об этом дала Financial Mirror.
Исторический армянский святой Макар Аванг расположен на горном хребте Пентадактиль на Кипре под турецким контролем. В совместном заявлении неравнодушных лидеров Кипра говорится: «Это болезненный акт, злоупотребление, неуважение к местам сохранившейся культуры на Кипре, кладбищам, независимо от намерений и религий». Духовенство подчеркивало, что культурные сооружения и гробницы охраняются от вандализма, злоупотреблений и осквернения. Такое отношение к армянскому монастырю резко осудило посольство США в Республике Кипр. Далее для вас музыкальный хор Арцаха Варарака «Хумар Парке». Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала «Западная Армения». А на сегодня все. Желаем вам всего хорошего.